нахуй! Че ты, блядь, хуйню всякую смотришь? Ну смотри, не стыдно какой он тебе, охуенный. Блядь? А, наделать тебе, что меня не слышно, блядь? Почему? Как ой, тебе вот этот мальчик? She's a very kinky girl. Алло, сука, валенок ебаный. Что? Что? А, я понял, блядь, короче. Чат, а меня слышно? Алло, я не ебу. Алло! Чат, меня слышно? Я говорю, смотри, какой. Короче, это дура, короче, меня игнорит, блядь, представляете? Ебать зазналась, охуеть. Что? Алло? Конечно, блядь, онлайн-подрос уже. Нахуй нужно, все уже, блядь. Уже похуй, блядь. А все, я уже на тебя обиделась. Знаешь, почему? Даже со мной не разговаривает. Тебе интересно, почему я даже со мной не разговаривает. Тебе интересно? Ну что, блядь, случилось? Реально интересно? Ну что случилось? Давай, сука. Говори. Интересно? Давай, высри, блядь. Так тебе интересно или нет? Почему? Давай, интересно, давай, говори. Реально? Давай, говори, давай. Не скажу. А, понятно, блядь. Потому что ты меня назвал сегодня дешевкой. Это что? Дешевка кто, ты или я? Ты. Пиздец. Смотри, смотри, какая пуся. Где, на вебке вот это, блядь? Пизда ебаная. Ну так и что, ты мне что-то ответишь? Чат, как вы это смотрите? Это просто пиздец какой-то, нахуй. Она не понимает, у нее мозг вообще не работает. Там котелок и не варит, нахуй. Просто пиздец это. Я не знаю. Чисто, это, блядь, чисто стримит кастрюля, нахуй. Чат. Хотите, я скажу, на кого этот чел похож? На кого? На красавчика. Вообще. Скажи, чат. Вот этот красивый тоже очень. Ебать ты шлюха, блядь. Любишь рисковать? И еще не слышал про Микс Кэш? Множество увлекательных игр. Крупные выигрыши. Удача на твоей стороне. Выгодная реферальная система. С нами ты можешь заработать. Бесплатные монеты. Тебе не нужно долго ждать выплату. Микс Кэш сделает это за считанные секунды. Играй и выигрывай по-крупному. Вместе с Микс Кэш. Сука, ходишь, блядь, по тиктокам, ебать. Лазишь, нахуй, пиздой своей везде трёшь, блядь. А ты с какой-то девочкой смотришь сериал, почему я не знаю? Да это шлюха одна, забей на нее вообще. А почему я не знаю? Мы с тобой... Прическая прошмандовка, блядь. Почему я не знаю? Почему мне... Я это знаю от чата. Мы с тобой хорошо общаемся или плохо? Получается плохо, раз ты об этом мне не говоришь. ЧСВ, ты ебаная. В смысле, мне тебе рассказывать о тебе? Ты настолько котелок, сука, вообще не варит, блядь. При чем вообще? Ебать, ты просто, ты такое бревно, это пиздец. Почему? Ну это уже инфа Сереги. Ой, все, пизда. Ты ну да, давай, поной, давай, поной там, блядь. Посиди, сука, поплачь, нахуй. Понарассказывай там что-то, блядь. Ты заставляешь меня входить в ступор. Входить в ступор, блядь, это когда тебе хуем по щекам надавал. Ты тупо в ступоре, ебать. Откуда атака, ебать? Где принимать в рот, блядь? Вадим. Ой, блядь, Наташка, блядь. Хуяшка, блядь. С какой девочкой ты смотришь? Смотришь сериал, у меня вопрос, почему ну как? Ты мне не говоришь а, об слышь, этом? Наташ, почему ебать я знаю тебе все? Наташа, ебать тебе контент идет. Почему я знаю тебе все? Ну и не знаю, ты, у тебя сегодня, как всегда, смотришь? Интересный стрим, ты смотришь видосы? Я вообще-то начинаю как с видосов. Как всегда, постоянное разнообразие, да? Я начинаю с видосов, а потом иду... начинаю жестко сосать, блядь, а всем потом... нахуй, кто приходит. Особенно если приходит Ванечка, то вообще, блядь, хуй заходит как под масло, блядь, меж зубов, блядь. Ну хуй ты замолчала-то, блядь? Попробуй скажи что-то, блядь. Ебаный в рот, блядь. Ну ты чё, блядь? Все, я с тобой вообще не имею никакого дела, отношения вообще к тебе никакого не имею. Пока ты мне не скажешь, так с кем ты отношения? Смотришь ёбаный сериал. Ну смотря какой. Boys, I'm a fuckable. С девушкой. Какой? Ну она шлюха, я просто хочу ее выебать. А зачем ты да-да так подкатываешь? Какое, какое-то время нужно с ней, ну как бы там сериалы, там все такое. Так. А кстати, тоже в Москве живет. Я кто просто это? Скоро в Москву, понял, типа, чтобы поебаться, типа я. Ну сначала там тыры-пыры, потом там. Был там. А потом засадить. Ты вообще что ли? Кто это? Да забей, она ничемная. Арина, что ли? Блин, ну ладно. Бля, Карине? Бля, ты просто. Карине ты просто, нормально. Блядь, ты просто. Ты знаешь, кто ты? Ты мне. Ты самовар, блядь, сука, ебаный, блядь. Почему? Просто тебя котелок там, сука, пылает, блядь, и все. Ну, Арина хорошо. Ну, просто Арина тоже мне об этом не говорила. И ты не говорил. Ну, ладно. А нахуй нам вообще тебе что-то говорить? Ну, ладно. Смотри с ней сериал. Все нормально. Хорошо, спасибо. А зачем ты хочешь ее выебать? Я если что не спрашивал разрешения. Охуеть. Вот так вот он относится к своим друзьям, к симплу. Пиздец. Да. Да нет, да я про другую шлюху говорю. Ой, не, это не значит, что... Это сейчас, подожди. Откат, откат. Не работает откат, ты охуел, блядь. Так откат. Базаришь. А в ТГ не так базаришь, слышишь? Откат, откат. Чат, забыли. Еще принеси вот эту
палочку-вручалочку, блядь, на которую нажмешь, так unblind, ничего не помнишь. Я тебе принесу палочку-вручалочку. Не надо. Попробуй ее на вкус. Они реально забыли, а я не забыла. Я не чат. Чат может тебе просить. Я ничего не забуду, моя. Ничто не забыто, никто не забыт. Не, чат просто нормальные кенты, блядь. А ты шушваль чисто сидящая, блядь. Ты же видишь, ты, блядь, бесчувственная, нахуй. Просто сидишь, блядь. Ты просто живешь, нахуй. Приезжай жить ко мне. Давай, нихуя не пизди, блядь. Ну ладно тебе. Не, Наташа, блядь, все. Ты пошла по пизде. А как в пронастороне, по хуям. Поскакала, блядь. Ты как зайчик, блядь. Только не к Бакс Банни, блядь. Ну, Вадим! Ты не Бакс Банни, ты за Бакс в баню, блядь. Нихуя почти. Нихуя себе, блядь. Слышь, это что, 405 тысяч BPM? Или сколько там? 142 BPM? 192 BPM? Секс-партнеров, блядь. Наташ. Все, с тобой не разговариваю. А что у тебя-то на голове? Я не разговариваю с тобой, все. Иди нахуй. Ты обтекаешь, как дерьмом, блядь. Все, я не хочу разговаривать с тобой. Типа, ты настолько ебанашка, блядь. Ты как это в чате. Бля, стрим хуйня, и все сидят, смотрят. А, извиняюсь. Вася, вот ты знал, что Рома сейчас выебывается, да, на тебя. И он продает уже твой iPhone. Он написал в Телеграме, есть две новости. Первая. Вавилон просрочил мой подарок на прыжок с парашютом. Вторая. Продам в 12-й айфон. Ага. Вот и залутают, сейчас прикинь. Вот и попалась вторая крыса, нахуй. А я чувствовал, блядь, воняет падалью. Слышь, Ром, я куплю, слышь. И не только от тебя, блядь, генсуха. Генсуха? Ладно. То есть, блядь, когда я тебя называю шалава, ты не обижаешься, блядь. А генсуха, все, ебать. Мир рухнул, нахуй. Щелчок Таноса, блядь. Я пропал, нахуй, с твоего вида, блядь. Ну не называй меня генсуха.